мне сегодня, 15 октября, подарили вот такой вот кустик астрочки. Это зимняя астра мини. Видите, какая прелесть. И я хочу сделать два куста. То есть делением куста размножить. Сейчас я это попытаюсь сделать. Вот есть один. Но хочу купить также и другого цвета. Так. А здесь получится? Вот так кусочек. А это не хочет отделяться. Оставлю один целый такой куст. Видите, больше он не делится. Я сделала ямки, лунки. Вот видно лопату. И сейчас положу удобрение. Я буду использовать коровяк. Коровяк у меня замоченный был для цветов. И вот сейчас я добавлю. Вот убираю подальше. На дорожке не хочется. Уже все засажено. И во вторую лунку так. Необходимо размешать. У нас прошел дождь наконец-то. И очень влажно. И я еще добавила воду. Ну, сейчас вода уйдет. Я посадила один кустик. Также его шишками обкладываю. Вот так. Все, расти у меня, красавица. И сейчас посажу и второй кустик. Ямка готова. Добавлю немножко земли. И сажаю этот кустик. Видите, что легко делится, легко размножать вот именно таким путем. Ну и сейчас шишками обкидаю, и все. А по плану у меня купить еще вот других цветов. Вот эти два кустика постепенно они разрастутся, но я еще докуплю. Увидели, размножать зимнюю астру довольно легко делением куста.